Анаконда 3, В2, Вилбоб. И Анаконда 3 это Вилбоба. Последняя сейчас карта квадрологии Анаконда стартует. У нее задачи абсолютно такие же, как в первой карте. Цели миссии: один, ликвидировать все формирования на позиции Альфа, второй, уничтожить оружейную позицию, третий, уничтожить командный центр. То есть получается нефтяные баки, ЗРК вот на горе Курган и в поселке, и командный центр в поселке. Вот такая вот будет карта. Так что, короче говоря, ну, та же самая, как бы, северная река, южная река, восточная речка, западная речка. Мосты тут, они деревянные, очевидно. Два моста. Западный мост. Стартовая база. Палатка, мимо которой идти. Круглый форт, а. Я думаю, она... А чем она от первой-то будет отличаться? Ну, чем-то будет, но немного, не мало чем. Вот это, короче говоря... 4 ЗРК на горе Курган, круглый форт Б. Еще 4 ЗРК в палаточном поселке, круглый форт С. Вот тут вражеская бронетехника стоит. Командный центр, внутри которого надо будет уничтожить 4 ящика, 2 тарелки, нефтяную канистру и 3 пулемета. Ну, потом по западному мосту к Д. Ну, тут мало того, что стингерист наверху стоит, так еще 3 танка вражеских. Ну и последняя, вот это есть позиция Альфа, 4 нефтяных бака. Вот такая вот карта. А тут ночью просто. А тут никакая тема. Врагов один. Надо будет очищать. Многовато гадов. Сразу падло атаковали. Ну, те, вот вертолет стоит. Страйкер стоит. Тут особо нигде негде спрятаться. Огнеметчик, сука такая. Видишь, какая громадная луна. А света скоро все равно придет. Страйкер. Вот уже, наверное, рассвет начинается. Долбанули. Патрулей, да? Хуя, блин. Тут хуя. Ты, блядь. Слышь, очень все сложно. Сука, совсем, блядь. Так какой там медик? Целый педик. Сука. Блять. Вилки сплошные, ничего пока не сделать. Сейчас, конечно, избавимся. Не просто. Как долбают по всем направлениям. АТВ, страйкер, можно взять. И вертолет К-52. Блять, в башку, сука. Ну все, светает.
рядом расстрелит. Я не вижу даже, откуда она бьет. Бог все цветает красиво. Снайперы, ты блять. Хитманы сидят. Да блять. Нормал. Это уже, ну, мосты деревянные, конечно, как я и говорил. Просто что? Просто что там тонны негодяев, вот что плохо. А небо-то грозовое. О, как засвечивает. Так, чуть-чуть закрепились мы тут. Белые домики. Просто белые домики. Блять ты, сука. Ух, там дохуя, слушай, их вылезло сейчас. Вон они, блять. Тонны. Да сосед, он, да, слушай, Хитман. Тут еще помимо обычных гадов, хитманов до хера, вот этих. Ну, снайперов зеленых накидок. Что плохо. Так, давай скорее сделаем скрин. Потерял уже много времени. Вертолет-то ударный вообще. Вот как-то так, наверное. Так что тут помимо страйкера еще и ударный вертолет есть. Ну давай. К-52. Черная акула. Интересная схема, два винта на одном. Если и широкие очень сидят вдвоем. Ну, ну что не поднимает? Все, все, падай. А то взорвется, блядь.
Короче, надо брать броневик. Так, подожди-ка, давай тут как. Да, ликвидируй все формальные на позиции альфа, уничтожь оружие на позиции, уничтожь командный центр. Че, погнали? Давай, это палаток сейчас присадим. Патрули бегают. Так, он там какая-то мразь. Перехватили. Стоп, подожди, откуда стреляет? Давай сюда. О! Да, тут, в общем, такая карта, что без броневика очень и очень непросто. А вот она, мразь. Ну чё ты, охерела? Хитманов, видишь, такой. Всё в хитманах, короче. Она мало чем отличается от первой части. Может, только и не погодой. Хитманов, да хуя. Что-то лопочет. Единственное, что на этой машине можно и в воду заезжать. На амфибии. Дальше проблем в этом смысле не будет. Показил. Все в хитманах, короче, блядь. Снайпер, как бы господствуют снайперы на этой карте. Восточная речка. Он козел сидит. Так, вон он, хитман. Комиссуем тебя, ублюдок. О, стоп. Да, вот недостаток, что... О, как козел доиграл. Что пушку-то под низ не наведешь. Под низким углом. Так. Козел, козел. Короче, практически, наверное, всю эту карту надо вот на этих броневиках и ехать, потому что это очень опасно. Без броневиков. А будут валить просто где-то.
Так что карта с броневиками. Ну вот такой обзор. Два моста деревянных. Круглый форт, а. Не знаю. Ну такая вообще погода тут пасмурная. Так. Вон там гады, гады. Там пидор побежал. Я его уничтожил. Тонны, блядь, патрулей везде носятся. Козел он даже не видит. Так. Вот все, тебе пизда. Теперь покатаешься ты у меня на броневике. Стингерист ебаный. Стингерист, хороший парень, да компания не мой. Ехать. Где форт? Надо брать форт. Вон гаденыш бежит. Козлина. Да хуя, короче говоря. Ну, хороший броневик позволяет мне там очистить от них гадов. Все, взяли, взяли, взяли. Очень хорошо. Теперь к оружейной позиции горы Курган надо прорваться. Ну, а обычные ЗРК стоять будет. Ну да, за что? Ты блядь делаешь? Ты блядь! Чё там творится-то, ёбаный в рот? Газдец какой там. Он тут, кстати, с этим гранатометом можно брать. Ух, как хорошо. Как хорошо там. Котка пасмурная. Так, ну поплывем. С гранатометом можно выкуривать. Мощная довольно, сука, все пиздец там. Выкуривать этих гадов. Попробуем на камере с гранатометом. Пидорасы.
Сингерис добил. В ЖП иди убью. Так, ну-ка. Он... Так. Да хуя везде, да хуя. Так, ну вот вид на гору Курган. Первый из РК. Там можно К-52 еще взять. Но особо-то не... Ой, подожди, что делать? Особо-то не полетаешь, потому что что-то... Многовато их. Так. К форту Б надо вон прорваться. Чё мерещу? Вон там сволочи, сволочи. Стоп. Со всех, суки, направлений стоят. Окей. Пытаются еще атаковать со всех направлений. Я такой, ну-ка, слушай, там наверху мудак. С ними там нормально. Ну вот, гора Курган. Гора Курган. Отличненько. Вон там стоит вторая зарка. Надо уничтожить. Ну, вот гора Курган, уж половина будет операции. Ну да, пасмурные небеса такие. Так, давай ее к херам разнесем. Я там расстреливаю, давай. ЗРК-2 сейчас. Давай, теперь берем пистолет-пулемет. Ну-ка, побежали. Откуда? Ух ты, блядь! Что делает-то, сука? Козёл. Такс. Какая-то мразь где-то долбает. Пидоры бегут под рулями. О, сука! Этим что-то пиздово. Давай, слушай, возьмем страйкер. Что, какая-то хер, да ни хера, блядь. Поехали лучше на страйкере прокатимся. Такой вид, может даже для скрина, может даже возьмем это. Потому что и гора видна, и форт, и мост. Ну ладно, поехали. Там тонны пидорасов. Тонны, вон там еще кто-то бежит. Ну, сука, в него и хер попадешь. Так, вон там гады где-то стоят, ну подожди. Ух, блядь, ты сука! Пизда какая-то.
Да, эта карта. Я не знаю, как. Может, даже самое сложное. Что много снайперов, да всякой другой нечисти. Тонны этих уродов Хитмана. Все в Хитмана. Вот тут еще один страйкер может быть. Чтоб, видишь, под низкими углами стрелять, надо на скалу не ставить. Вот там форт виден уже. Гора тоже вся заставлена этой ебаной. Ну давай, давай. Все, давай ликвидейшн производим. Верхняя палатка. Это же третья вроде почти. Теперь к форту надо драть коры. Блять, сука. Блять, ты до форта тогда ехать, блин. Ну стреляй. Ты дерешь коры, когда не нужно. Так, ну вот, круглый форт играем. Так, ну все, поехали. Какая-то блядь за тобой бежит. Так, тогда пошли. Все. Кто-то там коры дерет. Вонючка. Так, давай поблизости уничтожим зарка. Сейчас позырим, это, наверное, последнее на горе. Да, последняя, четвертая. Первая четверка за РК ликвидирована оружейной позиции. Так. Ну, вторая часть будет в поселке. Но нам надо теперь туда, в поселок идти. Драть коры в поселок. Там стингери стоит. Да, пиздовский, пиздовский. Далеко не просто. Всякой нечисти тут хватает на этом направлении. Вон там солнце какое красивое. Так, ладно, пошли. Блять! Пизда, ту сука! Блять, как круто, как козлы, блять! Как будто тут выдают доллары, блять! Сука! Ну, блять, со спринтерским просто, блять, как будто сейчас денег раздадут здесь. Блять, эти козлы. Хулявная раздача денег называется. Да.
второй дерево, сука. Вон там. Скоро дерево, урод. Ты что делаешь-то, козел? Сука, что делаешь-то? Сволота. Тебе не полигон для расстрельный, не расстрельный полигон. Блин, решила сделать расстрельный полигон, не получится. Солнце, блядь, уже начинает заходить. Вот так-то это страйкер под довольно-таки высокими углами может заезжать. Вот, где даже пешкочком теперь зайдет. Так, ну не дери тут коры, ублюдина. Вот вид на два моста. Блять, ты сука. Где ты? Коры дерет, гнида. Так, уже приближаемся к палаточному поселку. Вот тут он оправдывает первой и четвертой части своей название. Там основной из палаток. Сюда там где-то блять козлы. Сволочь какая. Там солнце заходит. Блять, там сука задолбает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то кора дерёт, сука. Как говорится. Ой-ой-ёшеньки, ёшка, блядь. Маленькая, старенькая. Вот этот посёлок. Блядь! Да. Сука. Так, а где тут есть? А там на горе есть. Все, страйкер взорвался. Солнце вон садится интенсивно уже.
блядь. Начинает уж вечереть. Ну вот этот палаточный постел. Блять, как поливает-то, сука. Просто пиздец какой-то. Надо как распуститься. Так круглый форксы взять. Блять, ты сука, опять эта пизда. Давай туда лучше на броневике, а то нас бить бесполезно будет. Ну сейчас будет тратить время. Я думаю, самая сложная часть. Последняя, оказалось. Да понятно, что карта это та же самая, но ее... Ты, блядь. Можно непомерно усложнить. Там все луна уже выходит. Он стингерит. Долбает снайпер опять стреляет. Нет, откуда ли? Он где-то здесь. Я вот не вижу, где он. Вон он, все нашел. Ну, сука, он прячется в траве, видишь, его ни хера заметил. Вот и все. Привет.
пока не достает. Блять. Игорь. Там, подожди, подожди. Что-то не вижу, перевел. Сука, танк стреляет. Нормально. Ну вот все, я, короче говоря, прорвался к круглому форту. Блять, прорвался, сука, он тебя убил. Прорвался. Надо было прямо к нему подъехать. К проходу. Туда сразу забежит. Далеко не просто так. Включается. Сука, блядь, не проехать. Ладно, возьми с гранатометом тогда. Я сейчас проскучим как нет. Да блять, давай стрелять. Он там стоит шилка нахуй. Тебя опять снесло. Нет, все нормально, нормально. Все, форт С взят. Протрахал, ну и давай эту шилку сейчас уничтожим. Целый большой патруль или какие-то. Все, полегли. Блять, там БТР. Давай сейчас его ликвидируем. Ну, обычный БТР стоит. БТР 80. Все, давай кидаем ему подарки. Опасная какая штука, блядь. Все, кинули. Сейчас все взорвем. Окей. Командный центр. Не понял. Горы два урода слезли. А вон пулеметчик А3 стоит. Их тоже ликвидировать. Пиздец какой-то. Все, страйкер я посеял. Хотя нет, может и нет. Тут надо пулеметы покончить. Заебало.
Блять, что делают тупки? Раздолбливают только так. Да пизда, сука! Что-то тут у них очень бешеная реакция, ни хера, прямо не сделать. Блять! Сука ты ёбаная! Так вот, спрятался, он всё равно стрелял. Так, ну давай продвигаемся дальше. Ну как вроде все, командный центр вытяжен. Теперь еще в сам поселок надо вытяжить. Пизда, все-таки завалил. Че все-таки там один есть живой. Ну сейчас подожди, командный центр вначале давай ЗРК уничтожим, потом командный центр. Вот тут можно... Ух ты, блядь! Страйкер взять. Блядь, они тут, сука, с огромного расстояния. Чё-то ебут. Блядь, сука, прямо в башку. Какая-то хуйня просто. Ну их модифицировали, наверное, похоже. Что-то много с большого расстояния точно в башку летит. Так, ладно, забираемся на крышу. Да, блять, нихера не поймешь. Могут, конечно, запасы смотать. Чё, суки со сингерами ведь есть. Так, ну вот такой вид, короче говоря. Так я сразу вижу негодяя вдалеке. Они тут очень агрессивные, нахуй, на этой карте. Очень агрессивные. Там уже, видишь, долина западной речки будет. Так, ну давай, приканчиваем ЗРК. Да какая, блядь! Ты нафиг! Так. На правом фланге
поселка. Да все по многу ходят головные. Давай броневиком хоть долго. Так и ходят, так и бродят. Ты, блядь! Там так же, блядь. Два негодяя. Так, ой, подожди. Подрывай. Последний остался за РК, да? И это все. Нет, не все. А ну вон еще где-то здесь. Подожди, я не вижу. Так, а где еще один? Еще не понял, подожди, где еще-то один? Так, ну смотрим, нет. Нет, 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 пока не выполнено. Где он находится? Что-то я пока не вижу. Блять! Да блять, ты пизда! Всё, пиздец. Слушай, а где еще-то ЗРК находится? Чё-то не вижу. Горы вроде я смотрю, все уничтожено. Вот все нашел, вот она. Ну я, сука, спрятал. Так, ну короче говоря, надо идти туда. Где-то она здесь. Вот, все, я нашел. Все, давай уничтожай. Сейчас командный центр ликвидирую. Все, готово. Сейчас оружейная позиция разгромлена. Все, да, разгромлена. Пошли ломать командный центр туда. Так, пулеметы. Пулеметов больше нет. Теперь давай ящики. Канистра. Так, все, отходим отсюда. Ой, ну не надо, не надо. Вот так вот. Все, командный центр уничтожен. Так, и в общем, короче говоря, остается. Да, луна вон видно.
Сейчас он уже заходить будет. Короче говоря, позиция альфа остается. Ну что, туда поедем на броневике, попробуем. Форт Д надо взять. Танки долбают. Так, ладно, поехали прямо. Ух ты, сука! Так, ну-ка. Нормально. Все, давай переправляемся в пролазь. Западная речка. Блять, расстреливает. Сюда, давай, давай, быстрей. Да нет, теперь... Ну, куда, куда? Все, теперь нормально. Три танка там, ебонят. Давай их надо ликвидировать. Проверим, чтобы там наверху никого нет. Это все хорошо. Берем теперь джавелинчики. Джавелинчики. Какая-то мразь целила. Совы поют. Да. А если свертолёта? Хер пойду. Вон стоит. Фу, пизда, блядь, какая. Ну давай попробуем разок с вертолета, если не получится, пойдем туда дальше продолжаем. Я отдавим богу до хера как. 44 карты. Так, вторая позиция. Круглый спор, да, круглый спор, Б. Гора Фуга. Поселок. Стоять, да, положено. Давай подальше. Что, блядь, ты пизда, ты ебаная. Да хуя их, блядь. Блять, какая сука. Не поймать нихера. Блять! Да блять! Ты сука! Ну давай, пошел хоть частично выполнять. Все, один танк уничтожил. Сейчас второй прикончил. Ты сука! Стонны стингеристов, ебаный в рот. Хер их найдешь. Да нет, мост тут не надо трогать. Надо с этими покончить как-то. С танками. Красивейшая луна.
на вещь она важное значение играет. Мало того, что она приливы и отливы делает, который большой тоже фактор. Потом она как-то орбиту Земли удерживает в стабильном состоянии. Ось земная, чтобы она не двигалась. На Марсе вещь такого тела нет, так там хуже эффект. Плюс астероиды улавливает мощные на тебя. Шайки, я на них просто там так висит. Для красоты. Да. Так, ну вот и все. Все, позиция альфа. Можно считать взятам. И остается последнее дело, ее херам разнести и завершить на этом кампанию. И на этом мы квадрология Анаконда и кончается. Последняя карта самая сложная. Да блять! Ну ты сука! Твою мать! Ты ему сейчас ничего не сделаешь, я его сейчас все равно сделаю. Все, готов. Задача 1 уничтожить формирование позиции альфа выполнена. Истинные баки уничтожены. Сейчас все, конец. Джоин, ты выиграли. Миссия завершена. Джон набирает 938 очков, 167 фрагов. Видишь, полторы роты. Не так и много. Анаконда 3 АВ2 называлась карта.